Приветствую всех тех, кто бредит искусством, людей творческих, которые вкладывают всю душу в кино. Прежде чем создать этот чат, мы еще долго думали над названием, придумывали всякие названия, но и просто вспомнили. Нередко слышим, когда нам говорят, люди искусства — это либо те, кто не дотягивает 99, либо 101, да, у вас... Я, может быть, где-то согласен с этим, потому что все киношники знают, все люди искусства творческие знают, что несмотря, невзирая на погоду, на какие-то еще другие факторы, на время, бывает такое, что если озарило, да, или ты просыпаешься ночью, встаешь и бежишь, пишешь сценарий, не знаю, берешь в руки камеру, ловишь моменты какие-то. Поэтому мы, наверное, подумали, сказали, наверное, лучше 101, чем 99. Ребята, сразу оговорюсь, чат создан не для коммерческой сферы, не для того, чтобы снимать ролики, клипы или фильмы для заказчиков, для развития финансовой структуры. Абсолютно выкиньте это из головы. Чат создан с той целью, чтобы развить искусство, развить творчество, истинное творчество. Да? Есть специальные чаты продюсеров, чаты киношников, художников. Их куча. И это радует, что оно есть, что оно действует. Но в этом чате обсуждаются во многом, может быть, коммерческие структуры, да, кто-то кому-то нужен на какой-то проект на коммерческом основании. Я знаю, у всех есть свои потенциалы, у всех есть своя работа. Помимо творчества есть еще материальное обеспечение. Так что здесь есть минимальные какие-то правила соблюдения. В первую очередь это только не коммерческое, только от души. Представим, есть в чате у нас сообщество, клуб 101. На определенную дату бронирую примерно время съемок и отзываемся, кто свободен, кто может подъехать, у кого есть желание подъехать. Никто никого не обязывает, никто никому ничем не должен. Только все от чистого сердца, от души, кто свободен, помогли, отозвались. Если есть время, поехали. Собрались минимальная команда, естественно, у кого это возникла идея, все равно, наверное, минимальные какие-то затраты, как накормить там, да, тех людей, кто поддержал, приехал, ну и привезти, довезти, я так думаю. Если есть у вас идеи снять короткометражный фильм, ролик для души, да, тизер какой-нибудь, шапку для идей, делитесь, обсуждайте, кто поддерживает, закидывайте друг другу, помогайте. Только то, что вы хотите снимать, и только при необходимости. Допустим, вы актер, режиссер, сценарист, музыкант, хореограф, гример, художник, звукорежиссер. И это, я думаю, поможет все равно. Маленькая помощь, маленький вклад в искусство, оно все равно поможет. Творите.